Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал «Ваша дача». И сегодня мы будем с вами говорить о болезнях огурцов в открытом грунте. Причем в этом году мы уже столкнулись с болезнями и даже неизвестными нам. Буду просить в течение ролика даже вашей помощи. Но первое, чему подвержены огурцы, это грибковые болезни. Грибковые болезни, ну, в основном это ложная мучнистая роса, но есть и разные другие, сходные с ними. Я не буду называть их названия. В прошлом году я писала название, называла в роликах. Ну, мы все комментируем, думаем, это название другое. Но чтобы именно не заострять внимание на этом, мы будем говорить о методах лечения. Проявляются эти болезни примерно одинаково. В какой-то момент сверху наших листиков, нехорошо говорят показывать, мы обнаруживаем желтенькие пятнышки. Но это уже когда болезнь немножко прогрессирует. В принципе, любая мучнистая роса начинается снизу листьев. Она начинается снизу листьев, и здесь могут быть белые, как бы, налет. Но так как это ложная мучнистая роса, то она как бы эту стадию не видно. Если на кабачках эту стадию хорошо видно, мучнистой росы, или на винограде, мельдю очень хорошо видно, то на огурцах эта стадия вначале незаметна. Поэтому мы с вами в прошлом году уже подобно разговаривали. И огурцы, как и помидоры, желательно молодыми опрыскать фунгицидом. Фунгицидом с медью, то есть типа ордана, протона, именно на ранней стадии. Это уже большой огурчик, он уже начал плодоносить, здесь уже профилактика не подходит. И поэтому у меня там есть средства от грибковых болезней, я вам рассказывала, в котором маленькая концентрация всех тех же веществ. Меди, серы, очень хорошо сера помогает от, и ложной, и от мучнистой росы. Там, ну, большой набор компонентов, ну, то есть можно оборвать огурчики, опрыскать потом через несколько дней, чтобы их употреблять. Это что касается ложной мучнистой росы и когда она начинается. Она начинается, когда есть перепады температуры. И обычно, когда уже есть плодоношение, то есть наш кустик отдает много сил. То есть днем может быть тепло, ночью могут быть холодные просто ночи, и от этого приходит болезнь. Именно от перепадов, не от холода, а от перепада. В этом году наши огурчики, ну, как бы росли сразу изначально в стрессовом состоянии. Огурцы открытого грунта, было то холодно, то жарко. И вот сейчас мы начали собирать уже первые огурцы, первые плоды. Я вам показывала, как формировать. Ну вот мы столкнулись с такой болезнью. Поэтому, собственно говоря, и захотелось снять видео про болезни. Вот с такой болезнью. Вначале один кустик огурчиков выглядел вот так. Явно здесь кусту чего-то не хватает. Никаких признаков грибковых болезней, никаких признаков именно какой-нибудь живности, типа тли, там, паутиного клеща, видимых нету. Так, соседская собака сходит с ума, но это у нас обычная история. Что мы делаем, если мы видим, что куст заболел? Удаляем все пасынки, удаляем все плоды, которые могут быть. Такой куст стремится цвести и сразу вязать плоды. Здесь прямо за день выросли приличные огурцы. Можем подкормить легким раствором, можно подкормить и через листья, можно подкормить и в корневую подкормку сделать, но главное обнаружить причину. Ну, я остановилась на том, что эта капустянка подгрызает корни, а листья просто не могут расти. Но, к моему удивлению, таких кустов у меня стало больше и больше. Они просто, ну, как бы в разных рядах, в разброс. Вот сейчас я вам покажу несколько таких кустов. И поэтому даже кто знает, прошу вашей помощи определить. Мы просто вот обрывали листики и их смотрели под лупой. Ну вообще не видно ничего. Думаю, может, трипсы какие-то. Ну не видно вообще никаких признаков. Но кустики явно погибают. Но причем и вот они маленькими могут быть. Это один и тот же сорт. Вот рядом стоит куст.
И вот еще на другом ряду такой же. Ну, такая вот ситуация. И наряду с этим у нас вот ночи еще были холодные. Ну, нам грех жаловаться на погоду, именно на холод. У нас наоборот была аномальная жара даже в ненужное время. Так вот, ночи у нас еще были холодные, а днем уже было жарко. И тли развелись везде, на всей траве. И вот у нас здесь травки, ну, убираем, но мало травы. Вот такая трава, щерица у нас ее зовут. Она очень разводит тлю, вот она вся обвешана тлей. И с этой тли, вот почему надо убирать в огурцах сорную траву, это тоже борьба с болезнью. Она, эта тля перемещается, вернее, ее перемещают муравьи, им это очень... Тля для них прямо это лакомство. И поэтому уже на нижних листьях, вот такой маленьком огурце, обычно это как бы это необычная история, для такой огурец, такой величины, который не вырос, а половина у меня гораздо меньшая, которую я подсевала, она может его просто убить. Поэтому уже сейчас надо начинать борьбу с тлей. И вот это еще одна такая важная. Это мы называем это болезнью, которая может убить огурцы. Внимательно следите. Именно на нижних листьях просто переворачивайте, когда собираете плоды, когда пасынкуете, когда просто поливаете. Внимательно обследуйте. Самая эффективная борьба с тлей – это вовремя оборвать эти нижние листья, их убрать. И опрыскать, если уже огурцы плодоносят, то чем-то щелочным. Вот сода с мылом, сода с золой. Очень хорошо притрушивать золой с нижних листьев. Но это немножко хлопотно, если у вас много огурцов, это надо чем-то дуть. Но вот на ранней стадии эти все средства помогают. Если тля уже развелась, то кроме химических препаратов вас ничего не спасет. Вам придется и бесполезно эти биологические препараты использовать. Вам придется оборвать все огурцы и опрыскивать химическими препаратами. Ну, это уже каждый выбирает сам для себя, нужно это делать или нет. Так что вот такие основные болезни, в принципе, это грибковые, желательно профилактика и подкормки, чтобы растения были сильные, и всякие вредители. Бывает еще болезнь такая, мозаика, это вирусная болезнь, но вирусную болезнь мы ничем не лечим, так же, как и просто, так же, как и у людей, мы вирусную болезнь ничем не лечим, просто поддерживаем иммунную систему. Иммунную систему мы поддерживаем обрыванием листьев, обрыванием плодов, но это то, что обычно и защищает от болезни, и дает нам хороший урожай. Вот что я вам хотела сегодня рассказать. Если кто-то в курсе такого странного заболевания, пишите, буду очень благодарна. И до новых встреч!